Это вот уже такой прям сочный сетап, хочу сказать. Парни, не забывайте на ютубе прожимать лайки. Окей? Все, договорились. Девяточки без арты. Ну что, надо исправлять средуху. Как же я очень хорошо начал, но, блин, вот постоянно. И что вот пошло не так, не знаю. Просто плохие бои. Ладно. Прикиньте, она бы меня укусила. Крущеный просто полетел. Он облетел М60-го. Ладно. Вот чел норовит втиснуться, да? Я не понимаю таких людей. Ну, смысл ты меня толкаешь? Все, братик, я позицию занял. Не пробивай. О. Там какая-то полоса есть, единственная, куда можно пробить. А, конь хотел влезть с одной отметки и пробить еще не может. Да, вот такие вот какие-то быдлы и пытаются псевдить. На ББшках еще небось играет. Я так понимаю, здесь больше никто не проедет. Что-то кот там под столом бегает, как будто он еще за кем-то охотится. Может быть, не только оса залетела? Нет, туда нельзя поджимать. Он еще за кем-то гоняется. О! Боюсь тебя, боюсь, Серж. Стой, стой, стой. Можешь выезжать. Блин, там бат. Я бы поехал туда вот Эмилия, М60 его пострелял бы. Или все-таки поехать? Почему бы нет? Они даже здесь стоят, окей. Эмилик сейчас КД будет. Эмилик КД. А там Шкоды все-таки есть. Тут никого нету. Ну, я очень сильно сейчас рискнул, но вроде... Вроде обошлось. Только вот тычку от Шкоды получил и все.
Неплохо нас поджали. Мне нужно ехать убивать Эмиля. Да. Молодец. Я просто на танке переехал танк. Нихрена себе. Вот это сила мощь. Вот это было красиво. Лох. 2 из 3 дал. А, еще КС, окей. Даже не засветилось, прикольно. Ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Так, ну эстехи вроде бы переключились. Из 4 тоже уехал. Надо до 95-го обратно попробовать подфармить. Шкода, кстати, возвращается. Вроде бы. Она куда-то сюда поехала. 95-ку убили. Еще 2 танка не светилось. У меня 7000 урона. Конечно, здесь реально дать 10-ку. Но чуть-чуть сложновато. Чисто из-за того, что ты должен ехать вперед. А у меня нету хп. Кёнспанзер, не стреляй. Вы издеваетесь. Я... пошел на такую гадость, перекрыл союзнику, блин, прострел, а еще сам не пробил. Ну, минус 400 урона, что хочу сказать. Еще тоже такой смешной, хочет меня поехать убить. Из 4 до сих пор жив. Вот это он везучий. Его опять кто-то не пробил гриль. И все равно оказался моим. 9100. Ну что, 9500? Дам, нет. А может быть, слушайте, с тараном удастся. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Десять пятьсот сюда! Просто на 900 затаранил. Первая отметочка на месте. Парни, ну это красиво. Что могу сказать? Я, конечно, не понял, как я ИСа 4. О, 14 боев на 5500 средухи вернули. Минус уши, сори. Сори, парни, сори. Сори. Ну, вот это количество... эмоции и энергии, которые сейчас во мне было, когда я увидел, когда прибавилось, обновился счетчик панели урона, и надо было выплеснуть. Моментально там я, парни, ничего не смог сделать, сори.